Следующая композиция называется «Автомобиль». Она есть почти во всех школах. Я исполню версии до Кёрта, самую динамичную такую версию. Танука – это буквально вот этот вот жест. Это танука. То есть танука – это руки, сложенные в молитвенный жест. Вот. Еще иногда танука называют молитвенное подношение или молитвенный дар. То есть, допустим, какое-то жертвенное подношение богам или буддам тоже называется танука. В общем. Но. Вот. Иногда используют как поминальную пьесу, иногда, ну, наоборот, как благожелательную. В принципе, в Японии не очень разграничивают эти идеи. Mm-hmm.